Вот, и вот, друзья, вот видите, Сергей на автодоме приехал, видите, подписчик на таких роликах классных. Друзья, кстати, можно использовать вместо велосипеда, да, получается? Просто рекомендую, ребят. Да. Быстро, практично. Получается, велосипеда нет, да, у вас? Ни велосипеда, ни самоката нет, да? Еще не заработали на велосипед, но уже ролики уже смогли где-то добыть. Получается, вместо них можно ездить спокойно на роликах везде, да, по городу? Просто поездить по городу, это самый надежный транспорт, я бы сказал. О. Это и транспорт, и здоровье, удовольствие. Все, все. Встречаемся вместе. Все, спасибо. Спасибо, Алексей. Все.